Попытку теракта предотвратили в Нью-Йорке. 27-летний мужчина привел в действие взрывное устройство на автовокзале. Но больше всех пострадал он сам. Все подробности в нашем сюжете. Взрыв в самом центре города на автобусном терминале Порт Атеретина, расположенном возле Таймс-сквер, прогремел в 7:20 утра, посеяв панику и хаос на самом большом автовокзале США. Вдруг я увидела группу людей. Они мчались, как сумасшедшие. Женщина упала, но никто даже не остановился, чтобы ей помочь. Все были напуганы, царила паника. Потом все замедлилось, стали прибывать полицейские и военные. Было понятно, что это произошло, но никто не знал, что именно. Автовокзал тут же эвакуировали, а вместе с ним ближайшие улицы и станции метро. Кстати, на одну из них изначально и пытался пройти злоумышленник со взрывчаткой на поясе. Но его вовремя остановили службы безопасности. Во время задержания и прогремел взрыв. По некоторым данным, легкие ранения у 4 человек. Больше всего пострадал сам бомбист. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Имя подозреваемого – Акаед Улла. У него множественные ожоги и раны. По словам следователей, на мужчине был пояс смертника с самодельным взрывным устройством. О личности подозреваемого известно немного. По некоторым данным, это мусульманин, выходец из Бангладеш, 7 лет проживший в Бруклине. Его сразу же взяли под стражу. О случившемся доложили президенту Дональду Трампу. Преступление находится под контролем ФБР. Будем откровенны, это была попытка теракта. Слава богу, преступник не достиг своей цели. Благодаря нашей быстрой реакции на ситуацию, люди в безопасности. Сейчас полиция устанавливает, действовал мужчина в одиночку или у него были сообщники. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер.